Сейчас будет рубрика «Как съезжать не надо». Но мы это все равно сделаем. Так, ну что тут, проверяем шипы. Шипы у нас целые. Ну, мальца, ух ты, ебать, даже замерзло, блядь, уже. О, 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 и там тоже замерзло. Да и похуй. Купим новый, блядь. Ну, правда, новый уже кое-что у нас есть. Вот. А этот будем мы продавать весной вместе. Вот, с такенной резиной. Но у нас еще есть летняя. Но она полу, конечно же, полуживая там. Ну, посмотрим, в общем. Я думаю, все будет заебись. Карбюратор на зиму, вот так я вот его сохранил, блядь, потому что, ой, как сказать, блядь, тепла сейчас не хватает, вот, двигатель особо прогреться не может, поэтому бензинчик в карбюраторе нужно утеплять. Вот, а так все нормально, едет, все заебись. Вот, выжимаем из нее душу, последние ее соки, блядь, ебаный в рот, спорт, блядь, мне эта надпись педарирует с первого дня, нахуй, но выхода особо не было, блядь. Эх, потом обзорчик на него снимем, и что я тут поменял, что не поменял, вот, и, в общем, такие вот дела. Сегодня был я вот на такенной вот площадке, площадка, это значит, ледовая, вот, здесь местами снежка намело, конечно, ну, кататься удобно, ну, в принципе, сами все видели, вот, так что вот так вот и живем, наслаждаемся жизнью, да.